ни сюда, ни на Мачу-Пикчу к этому камню близко не подпускают. Вам очень повезло. Поэтому загадывайте желание, дуйте на кока-листья, кладите либо наверх на камешек, либо куда-то в щель и говорите: «Да будет так, да сбудется». Что, как тебе, Мариночка? Я в ней постройки. Впечатляет. Особенно интересно, что мы попали в момент, когда никого здесь нет. Это же просто так совпало, что запрещено заходить, никто больше не идет. Но мы зашли, поэтому мы можем в тишине все прочувствовать без чужих энергий, вмешательств.